Согласно опросу, проведенному в группе ВКонтакте нашей телекомпании, самым чистым районом признан Ленинский. На момент выхода сюжета в эфир за него проголосовали 40% горожан. По мнению пермяков, в нем всегда приятно гулять. Чаще убирать начали. Больше внимания уделяют уборке территорий прилегающих. На втором месте оказался Мотовилихинский район. Третье и четвертое место разделили Орджоникидзевский и Индустриальный районы. Затем по списку идут Кировский, Дзержинский. Замыкает список Свердловский район. Если в центре можно пройти и в чистой обуви остаться, то, допустим, проходя где-то в другом районе, ты боишься наступить куда-нибудь в лужу либо в грязь. Может быть, это отсутствие желания либо возможности администрации данного района ухаживать за этой территорией. Иногда я даже просто сама на личном опыте могу сказать: идешь, хочешь выбросить бумажку, и нет урны. Расстраивает горожан в центре лишь отсутствие урн и ливневок. В принципе, все очень благоустроено, но Ленинский все-таки это центр, поэтому тут больше всего следят за чистотой. Тоже очень приятно находиться. Кроме тех моментов, когда дождь. Да, ну, конечно, когда дождь. Ливневки не хватает. Да, ливневки не хватает везде, по всему городу. Всего в опросе приняли участие около 100 человек.